Здравствуйте, с вами Кошки ТВ. Сегодня 7 марта. Мы находимся на стадионе «Урожай», где проходит чемпионат Кошкинского района по мини-футболу. Проходит матч между командами «Орловка» и «Кошки», «Нефтяник». Второй период, счет 2-1. Thank you.
Обзор, обзор, Лёнь, обзор закрываешь. Хорош! Победа! Капшан, чемпион! Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Чекушкин Юрий Владимирович. А как давно занимаетесь футболом? С 9 лет. Так, были какие достижения? Чемпион Самарской области в 2001 году по мини-футболу и неоднократный чемпион района в составе команды «Нефтяник», призер чемпионата района. Были какие-то травмы за время спортивной карьеры? Нет, слава богу, и хочу пожелать всем своим ребятам по команде, соперникам также, чтобы все обошлось без травм сегодня. Пользуюсь случаем, хочу всех женщин, спортсменок и не только поздравить с наступающим 8 марта. Пожелать им в этом году спортивных достижений, семейного благополучия и материального благосостояния. И самое главное – здоровья. Спасибо. До